Восторг, удивление и только положительные эмоции. Все как завороженные наблюдают за порхающими созданиями. Чудесные существа издавна считаются символом бессмертия, любви и веры. В разных религиях существует много легенд, связанных с этими красавицами. Но все объединяет одно – хорошая энергетика. Поэтому бабочек нельзя убивать, а залетевшее в дом бессердечное очарование считается добрым знаком. Спокойная музыка, листья деревьев, с которых капает вода. При температуре 25 градусов выше 0 повышенной влажности – при приглушенном свете создается впечатление, что попадаешь в тропический лес. Эти бабочки не боятся людей. Они садятся на голову, ползают по рукам и позируют на камеру. Они не знают, что такое человеческая злоба. Они воплощают доброту. Сад живых бабочек был создан в нашем городе. Кирчане решили сделать что-то необычное, и пока на календаре весна, а за окном ветреная осень, в саду уже наступило лето. Практически все создания прибыли к нам из Филиппин, а некоторых привезли из Южной Америки. К сожалению, бабочки не только бессердечны, они не слышат звуки, а улавливают только вибрацию. Многие из них не имеют хоботка, поэтому они не едят, а живут за счет питательных веществ, полученных во время нахождения в куколке. Они боятся холода, сильного ветра и воды, а жизнь их очень коротка. Самое удивительное – это наблюдать за процессом рождения этой красоты. В Керченском саду в основном дневные виды, поэтому освобождаются от куколки они до обеда. После появления на свет бабочка сушит крылья и учится летать. Для того, чтобы понять, какой энергетикой обладают эти существа, нужно просто подержать ее в руках. Николай Пырх и Ника Катькова специально для Киршнет ТВ.